Привет, ребята! Привет Дальнему Востоку! Вы меня слышите? Я Нина Нархова, тройной бриллиант компании Talk Fusion. Я многим для вас являюсь спонсором. Мне очень нравится работать в Talk Fusion. Мне 60 лет. Я сейчас вам расскажу коротенькую историю свою. Какая моя история? 28 ноября будет полтора года, как я работаю в Talk Fusion. Эти полтора года перевернули всю мою жизнь. Это я могу решить и сказать вам совершенно серьезно. Вы знаете, я волнуюсь, я не привыкла к публичным выступлениям. Я простая такая же, как и всех у вас родителей, простая советская женщина. Вот как говорили раньше, у меня в мою жизнь 38 лет непрерывного стажа. И мы очень этим гордились. Если многие не работали совсем, то 38 лет проработала на предприятии, на главных, хороших предприятиях. И эта жизнь меня вполне устраивала, потому что все так жили. В сетевом маркетинге я никогда вообще не участвовала и не работала. Я пользовалась продуктом, но сама к себе это не считала, что это для меня приемлемо. И когда вот, выйдя на пенсию, и вдруг жизнь вообще показалась мне скучной, серой, никакой. И в связи с всякими нашими в государстве не очень приятными положениями, я подумала, что очень страшно оставаться на одну свою фиксированную, северную, огромную, с юмором говорю, пенсию. Поэтому, когда мне дочь Аня предложила эту программу, я просто, знаете, вот просто сразу почувствовала, что это мое, что это прорыв, что это что-то новое. И благодаря этому компании, ребята, я вот построили новый дом. Спасибо компании Talk Fusion. Конечно, мы бы его как-нибудь бы мы его, конечно, достроили с большим трудом и совсем не так, как бы мне хотелось. Это вот такая радость, что прихожу я теперь в магазин, я не смотрю на ценник, я покупаю то, что я хочу. Когда я покупала стройматериалы всякие, я тоже покупала то, что я хотела. Комнату, например, вот я сделала в стиле таком своего возраста. Мне ее очень нравится в золотом цвете и, в общем-то, прилично. Ребята, это вот обо мне, что жизнь изменилась на 100%. И не столько дело в деньгах. Деньги – это, конечно, важно, но сколько жизнь, вообще изменилась жизнь. Я подключила лучших друзей. Теперь я многих из вас знаю вообще лично. Наша команда огромная, и благодаря Talk Fusion она растет и растет, и наше благосостояние растет, настроение растет. Меня очень радует, что когда теперь, спустя полтора года, я вышла на тройного бриллианта. Я особо к статусам не стремилась, у меня другое стремление. У меня стремление помочь своей дорогой, родной, неслышащей сестре. И все, и уже теперь благодаря ей, огромной команде, 1300 человек у меня неслышащих людей. Это люди совсем другого качества, с ними по-другому работать. А с другой стороны, вы молодые, озорные и очень активные ребята. Мы с вами встречались в Екатеринбурге, мы с вами встречались в Москве. Я очень сожалею, что я не могу сегодня, меня Александр приглашал. Александр, привет! Он приглашал меня приехать в Благовещенск и в Хабаровск. Ну, понимаете, вот летом возможно, сейчас нет возможности. Я знаю, что у вас сейчас идет школа. Это такое замечательное событие на Дальнем Востоке в первый раз. Здесь в центральном регионе постоянно проходят школы, а у вас это первый раз. Пожалуйста, примите все усилия свое, все внимание свое. У вас такие сильные лидеры. Как сказать, возьмите все на вооружение, что вам скажут, и вы будете просто вот в прорыве. Еще, ребята, не надо так надеяться и думать, что сегодня я пришел в Talk Fusion, и завтра я золотился, вот Нина Нархова, 60 лет, тройной бриллиант. Ребята, ну как-то статусы сами накатывались. Бриллианты я получила где-то на 4 месяце, на 100, 110, столько, даже не знаю, как, сколько времени, 100 месяцев, 100 дней прошло, допустим. И просто работала. И меня гораздо больше радуют результаты, когда я получаю, например, не 75, а 7,50 или 2,50 или 10 рублей. 10 долларов. Рублей мы не надо нам рубли, мы получаем доллары.
Это значит, что мои лично приглашенные тоже получили деньги. Меня это больше радует. И когда мне люди пишут, что «Нина, какое спасибо, какое огромное вам благодарность, что вы нас пригласили в эту компанию», это мою душу еще больше радует, чем те доходы. А когда в июле вышел пропак, это вообще прорыв. Это, как говорят, вынос мозга, как говорит Алексей Фомин. Это в самом деле мы сразу ночью ждали, когда нам разрешат, и мы все дружно, активно перешли на пропакет. И тут, конечно, сразу и статусы не за горами, не заставили себя ждать. Сегодня у меня очень многие ребята приходят, апгрейды делают, проходят на пропакеты и статусы занимают. А еще больше меня радует, когда я смотрю свое древо, чтобы там было полностью все клетки заняты. Помогайте своим нижестоящим, не бросайте их. Понимаете, это как будто бы, что ты пошел, но нужно, чтобы когда внутри все с тобой так же хорошо работают, то это тебе воздастся многократно. Вот спасибо, я даже вот карточку нашу, я благотворю Бога и Боба, когда я похожу в банкомат, когда я рассчитываюсь, вот, когда купили дорогущую люстру и все такое. Я, вот если бы кто-то раньше мне, даже 2 года назад, сказал, что я так буду себя, как это сказать, Светлана Шадункина, безобразно богатая, я не такая богатая, конечно, не такая, но если бы мне сказали, что ты будешь вот там по 30 тысяч люстры покупать, я бы просто вообще не поверила. Конечно, самую дешевую выбирали бы, потому что мы пенсионеры, и даже мы не очень бедные, но казалось, что нужно было денег, как у нас многие. Вы знаете, вот сейчас многим говорят, предлагая вступить в Top Fusion, они говорят, у нас нет денег, мы копим, мы боимся потратить свои вклады. Да это вообще просто абсурд. Боятся потратить, они исчезают, как вода в песке, деньги наши несчастные. А нужно их зарабатывать. Вот именно, когда говорят, у меня нет денег, так надо их заработать. Вот Top Fusion. Это лучшая компания, которая была. Если бы она компания была 10 лет назад, наверное, я была бы вот на уровне Светланы Шадунки. Светлана, не в обиду сказано, я вас обожаю. Я всех обожаю. Вас, Александр. Галина, вот Анна, у вас Ольга Быкова, у вас замечательная команда. Дима Проскуров всем успевает помогать, он всем во всем чатам. Вот давайте, и вы не думайте, что за месяц-два вы можете достигнуть... Да, это реально от всех. Top Fusion для всех. И 20 лет, и 60 лет, и еще один момент. Я с многими с вами познакомилась. Привет, Благовещенск, Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. Все ребята, просто вы чудо. Мы с вами фотографировались в Москве. И я обратила внимание, мне очень понравилось, что в зале сидели уже более зрелые люди. Прям это очень заметно было. Напротив Москвы, в Екатеринбурге, когда мы были, там в основном была молодежь. Ездите на мероприятия. Мы были в Екатеринбурге, были в Москве, и сегодня я 50 человек повезу в Казань с разных регионов. У меня очень серьезная, как сказать, нелегкая команда, но мы умудряемся тоже все рассказать, только положительное, и все открыть. С такими инструментами, как Top Fusion, я не очень сильна в технологиях. Блондинка, 60-летним возрастом. И когда мне Анна говорит, мама, ты тут не умеешь, я ей всегда говорю, что через 30 лет я посмотрю, какая ты будешь. Это, ребята, я шутя, с юмором говорю. Так что я вам желаю, чтобы ваша школа и отдых на заимке, чтобы вы прошли просто на высшем уровне, чтобы получили заряд бодрости, заряд энергии, заряд знаний. И никакого сомнения, вот мне 60 лет, я 4-й раз повторяю, не скрывая своего возраста, я люблю свой возраст, я теперь молю Бога, чтобы он подольше мне лет отпустил, чтобы я побольше могла насладиться такой компанией. И вот представляете, я вообще так себе занижена самооценка, я заработала поездку на Гавайи, а я не могу туда поехать, у меня даже паспорт просроченный. Я подумала, ну что я там в Турцию или куда-то поеду, здесь по России ездим. И даже ни визу, ничего не организовала. А если бы я думала, что я иду к цели, я дойду, я поеду на Гавайи. Я все равно поеду, конечно, в следующий раз поеду. Но, вы представляете, какие возможности? Но зато я эту всю ссылку с компании бросила всем своим и показала. Это реально. И премия $1000, и бонус Мерседес. У меня не Мерседес, у нас мы купили новую Майю машину. Такую, как муж захотел. Нам Мерседес вроде как очень круто. Нам нужна колхозница, работница, машинка. Поэтому я получаю $300. Это тоже шикарно, это все реально. Я все постоянно этой команде бросаю, чтобы они не сомневались в возможностях. И это я делаю, если вы видите, абсолютно не для того, чтобы похвалиться.
Это я делаю для того, чтобы вас помотивировать и сказать, что, ребята, не переживайте, компания выполняет все свои обязательства, только мы должны выполнять. А наш маркетинг настолько прост, что вот просто проще не бывает. Так что вам всем, ребята, огромных успехов, огромных, я вас всех люблю, мы надеемся, встретимся с вами все в Казани, на балу и на учебе. Всем ура, привет!